Hello, folks. This is Bill Corwin on Radio Free Earth with the news. In the ongoing Tunguska offensive, EDF troops are being pushed back further toward Irkutsk. Meanwhile, we're 4 weeks into the occupation of France, and we're starting to get reports of local resistance cells re-establishing communications with I was going to be a vidcaster on Alpha Centauri. I had it all planned out. I even had the equipment. I was a cook. Nothing fancy. I just like to cook. Did I want to be a soldier? Fuck no. I could have been a wrestler. Or a porn star. Or both. I studied frogs. Frogs are amazing creatures. I told them there was something out there, but no one believed me. You know what's funny? I used to be a pacifist. The truth is, they don't care about who we used to be or what we wanted to do. To them, we're just slaves. But if they thought this was gonna be easy, they came to the wrong fucking planet. Ну вы, короче, поняли, да? Что это, серьезно, СМ4? Половина на русском, половина на английском. Странно, конечно, такое видеть, но ладно, может быть, дальше будет лучше. Серьезно, Сэм, The Hero. И тут начинается прямо с полужару игра. Твою мать. Че вас так много-то? А че их так много реально? Так надо? Вообще законно? Твою мать. Больновато. Мне кажется, мы вряд ли всех сможем выбить здесь, да? Пошел нахрен. О, один умер уже. Бля, я даже не понял ничего. Но это было круто. Это было мясисто, так прям, знаешь, нормально. Черт, только не ты. А ты все уродливый становишься. Вот не надо было оскорблять непонятное тебе существо. Я так понимаю, что это, видимо, главный злодей у нас, да, в игре. Я на самом деле не проходил ни одну из частей, поэтому как-то мне сам не заходил. Хотя играл еще, когда был совсем мелким пиздюком. Было весело, было прикольно, интересно, классно. Но я так понимаю, что от четвертой части ждут действительно какого-то прорыва. То есть как бы, чтобы это было в духе прошлых частей, чтобы это было мясисто, чтобы это было интересно и, конечно же, не глючило, да? Потому что сейчас какие-то непонятные вещи творятся. Рим, Италия. 92 часами ранее. Доброе утречко, дамы и господа. Сегодня я буду оказывать вам поддержку с воздуха. Погода ожидается ясная. Перед схождением не забудьте ознакомиться с брифингами от лица Армии обороны Земли. Желаю вам приятного визита в Рим. Так, нам нужно встретиться со священником. Да! Потому что он знает, где искать Ковчег Завета. Да! В котором хранится Святой Грааль. Да! Который на самом деле... Да. Значит, нам надо в Ватикан. Да! Ты в игре, новичок, привыкай. Ну, не знаю, бля. Это какой-то код да Винчи. Сэм, тебе что, не нравится код да Винчи? Не! Почему? Выдвигают же классные штуки там. Бульварная литература. Я больше по коту да Винчи. Кто ваш любимый писатель? Филипп Киндрек Дик, наверное. Филипп Киндрек Дик? Сэм, что-то читает, неужели? Так, ребятки, у нас проблема. Чуваки, не знаю, но что-то как-то смотрится, как будто игра 2012-го где-то года, 13-го максимум. Может быть, в этом-то и фишка вся, что оно не должно выглядеть как реализм, да? А больше именно заточено под брутальность. Ведь главный герой довольно брутальный чувак у нас. Сейчас посмотрим. Эй, Сэмми, кто-нибудь меня слышит? Я слышу тебя! Что происходит? Нас прижали сильно. Колония по буквам жопа. Нужно перегруппироваться и отходить. Потери есть? Водитель мертв. Новенький который. Я жив, кажется. Так, новенький, блядь, как тебя звать? Кеннет, сэр. Хорошо, Кенни, расслабься. Сейчас будем стрелять по инопланетным жопам.
Хорошо. Ой, хорошо, как все работает, замечательно. Так, найти отца Михаила. Ну, пошли поищем отца Михаила. Что-то живенько прям, да? Ох, как будто реально в Риме находимся. Сверх фотореалистичной графини. О, как вам это? Мои душечки. Просматриваю вас более детально. Вау, ближний бой. О, май факин гад, тебе хватило свинца, сученыш? У меня оружие сломалось. Не волнуйся, мелкий. Я порешаю все. Это Кенни. Ну, как мы знаем, Кенни обычно в Южном парке первый умирает каждую серию, поэтому не факт, что этот долго выживет здесь. У тебя голова есть там, нет? Ты дурак, блядь, что ли? А, он живой? В смысле? Ладно. Хорошо. Я знаю, что серьезный Сэм славится не только динамичной игрой, но еще и кучей пасхалок. Но пока мы еще ничего с тобой толком не нашли, я не знаю. Ох, ебать! Это Левиафан и Жнецы гораздо больше, чем я представлял себе. Дело не в размере, малой. Главное умение. Я когда-то Клира убил кусачками для ногтей. О, найс. Хорошо. Допустим, ладно, предположим. Блять, не пугай меня так, сученыш. Че вылазишь-то непонятно откуда. Итак, меня должны здесь напугать, а я ведь должен обосраться. Ну, не факт, что это будет, конечно. Не знаю, эту игру вообще актуально с Думом сравнивать. Похоже, просто геймплей у нас там был. О, пацаны, привет! Салам алейкум, господин! Ты кто вообще такой, блядь? Вот за это мы и любили Южного Сэма. Я хотел сказать Южного Сэма, бля. Ладно, хорошо. Так, тут все понятно. Это что? Это я заберу, пожалуй, это тоже. Например, из похожих игр я проходил, точно помню, я проходил Painkiller'а, притом не одну часть, не для канала, конечно, но вот именно стилистика Painkiller'а как раз навеяна была наверняка и серьезным Сэмом. Так, пацанов можно рубануть спокойно в ближнем бою. Они сильно как бы не дамажат так. Надо найти что-то пожестче, чтобы тебя наконец-то можно было проверить, Сэмми. Готово. И что у нас полезное тут? Ух ты, это я заберу. Один я слышу этот звук. Такое впечатление, как будто что-то пролетело. Ну ладно. Если что, и в игре, кстати, есть кооператив. Если вы хотите, чтобы мы с Женьком прошли ее в кооперативе, поугарали, повеселились и пострадали здесь, то давайте соберем примерно, ну, допустим, 5000 лайков. Я думаю, что это вполне реальная тема. Oh, yeah. Такая же реальная, как и этот дробаш. Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хуя себе, тут что такой резкий, а? Что такой быстрый? До свидания. До свидания. Лежать, сука. Мне нравится. Можно смело отключать мозг и просто наслаждаться геймплеем. Это круто. Круто. Зачем ты так тянешь? Слово-то. Кенни. А! Твою мать. До свидания. Гнаров можно и руками душить. Но с большими группами лучше использовать что-то пожестче. Эх, было бы у меня хоть какое-то оружие. От челиков этих выпадают пушки, кстати, и что-то никто их не берет. Что это у нас такое? Это я возьму. Это патроны. Так, чуть-чуть потише, потому что мне кажется, что-то орненькое у нас. О! Ни хрена себе! Твою мать, от него чего не осталось. Ты что, дурак, что ли, блядь? Его распидорасило наполовину, смотри. Игра, я помню, прошлая, которая выходила, она вроде была с русской локализацией. Но фанатам серии она не понравилась. По-моему, здесь вернули же голос оригинального Сэма. Ну, того чела, который озвучивал его. Здорово, блядь. Ты как призрак. Ты как тень этой игры ходишь, тебя не видно. Это я возьму, это мое. Ни хрена себе корабль. Охренеть. Привет. Но я забрать тебя не могу. А, так тоже залезть нельзя, да? Ну там можно забраться, смотри. Там что-то интересное. Новая дополнительная цель. Сэр, у меня все еще нет оружия. Может быть, мы побыстрее как-то пройдем это дерьмо? Да без проблем. Че ты ноешь-то, салага? Че ты все время ходишь и ноешь-то мне тут, блядь? Не надо мне тут ныть. Все, пацаны, до свидания. О-хо-хо! Блядь! А пацанов душить реально можно? Нет, не работает.
Душная игра, а душить никого нельзя. Так, с огненным разобрались, хорошо. Здесь, по-моему, где-то... Ох, бля, ты посмотри, какой здоровый. Сука, бля. А, как тебе такое, Илон Маск? Все, тут нормально. С этими мы порешали. Там ништяки, и там надо как-то их забрать, правильно? Че, по низу? Опа. О-о, кажется, у нас проблема. Ближний бой. Я только-только хотел попытаться в ближнем бою как-то расправиться с ним. Хорош. Это всего лишь, чтобы забрать бинты? Чуваки так запрятались ради бинтов исследовать склад А03. Сейчас делаем. Мне кажется, я таким образом приду к какой-то пасхалке или к чему-то... Ой, бля. Пацаны, вас много? В порядке очереди, сучки. Нормально. О, это кто-то новый. Такого раньше не было. А вот и склад. То есть таким макаром я сюда приперся. Здрасте. Это я, пожалуй, заберу. О, использовать. Ну, что-то оно нихуя не используется. Я, видимо, не всех добил, наверное, да? С тобой мы еще не расправились. Слушай, а там же броня была, я ее не забрал, как-то мимо пробежал. Ну и хер с ней, правильно? Говорит Билл Корвин, это радио «Свободная земля». В эфире новость. Наступление на Тунгуску продолжается... О, not bad, not bad. Голообманка, проектор голограмм, призванный отвлекать противников. При виде голограммы они переводят огонь на нее, вместо оператора голограммы. Приспособление. Понятно. Вернитесь, Кейн. Сейчас вернемся. Так, я все забрал. Продолжаем искать отца Михаила, где бы он ни был. Ух, внизу ничего нет. Так, а я могу к тебе как-то перелететь, братиш? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. К Риму движется флотилия актонийских налетчиков, поэтому будьте осторожны, мать вашу. Так, погнали, надо через обратку пройти. Так, Z это селект гаджета. Сейчас, если кто-то появится, то мы обязательно проверим, как работает гаджет, активируем его. Так, тут можно выйти? Ух, тихо. Убери гаджет, бля. А, это не берется. Слушай, что-то я потерялся тут уже немножко. Где там наш малой, куда он делся? Так, выходим отсюда нахрен. А, вот ты где. Слава богу, вы вернулись. Ну, пошли, 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 пошли. Ну, пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Это надо, нет, не надо. Нам это нахер не упало. О, привет. Эй, гайз, у меня все найс. Ты понимаешь, забавная штука. Всегда только вот подберу такую штуковину. И хочу размажить кому-то мозги. О, тупые кретины, блядь. Это же бутафория. Прикинь, не тупые лягухи, а? Пацаны, вы не из Battletoads случайно? Блять, он на роботе-пылесосе катается, они думают реально, что это он. Ой, бля. Какого хрена это? А, это он взорвался? Оу, мазафака. Это было сильно. Разумеется, нам сюда. Профессор Готлиб Кизель, ваш научный консультант. Гутен так. Он всегда так случайно включается. Мне кажется, ему просто скучно. Здорово. О, боже. До свидания. А где чуваки, которые бомбы взрывали? Помнишь, у них головы не было, типа они бомбу несли? Я помню, такие тоже были. Здорово. О, это было больно. Так, здоровяк. С тобой шутки плохи, я уже понял. Привет. Держим их на дальней дистанции, чтобы они к нам не подходили. Давай, до свидания. Ебануться. Что происходит вообще в этой игре? Что за вакханалия лютая? О, ребята бегут, смотри, смотри. Оп, разочек, раз. Заточка 2.
По печени, по почечкам, я бью тебя за точечкой. Что здесь такое здоровье плюс 50? Какие странные песни у нас в голове появляются. О, ну здравствуй, Сэм. Сейчас будет весело. Сейчас. Бля! Оу! Оу! Он очень злой. So angry? Ох, ебать. На каждого злого найдется еще один злой. Давай! Сраный тореадор, бля. Падай, сука. Оу! Хрена себе. Там еще, по-моему, где-то, нет? Все. Похоже, профессор готов открывать двери далее. Давай откроем, чё, от Патрики. Хорошо. А двустволку-то мы не проверяли с тобой еще в деле-то. Так, это нам не надо, это можно взрывать? Нахер на огнетушитель взрывать? О, боже. Я этих чуваков в Крайзисе видел. Это дрон-жнец, они обращают их в превращенных. Тебя засасывает в матку, а из матки ты уже выходишь машиной для убийства с тентаклями. Ментал очень заботится об этом деле. Ох, хорошо. Две ржавые машины, а между ними любовь. Замечательно. Так, а там, наверное, пасхалка, да? Тут, наверное, что-то есть. Тут, наверное, что-то могло бы быть. Могли бы что-то и спрятать в этом углу, в этом закопелке. Но они посчитали нужным, что зачем нам что-то тут надо. Нахера нам, спрашивается, что-либо там иметь. Так, что там у нас? Как-то пустоват, по-моему. Я только слышу, что где-то есть дроны. О, замечательно, Гай Цезарь. Здорово. Нормально. О-о-о, нихуя себе, он даже не понял. Мне кажется, он даже не понял. А, это ты? Мне не хватает еще парочки пушек. Чем вы стреляете? Какими-то непонятными бластерами, блин. Люди Земли, сегодня прекрасный день. Идеальный. Чтобы добровольно прийти на обращение. Не пугай меня, Кенни. Заткнись, oh, нахуй. Shut up, you motherfucker. Как то залезть? Если Сэм не подтягивается, как залезть туда? Может, я что-то не понял? Нажать где-то надо? Или... А, наверное, с этой машины. Надо прыгнуть на эту машину. Потом прыгнуть на эту и забрать. Найдена секретная броня. Теперь ты просто красавчик. Все хорошо, все нормально. Сэм, нас вызывает отец Михаил. Загружаю координаты в Инертан. А, эвакуация Святого Духа в процессе. Ну, шутки в стиле серьезного Сэма, как бы. Что это такое? А, понятно. По-моему, по нам уже стрел... Здорово, парни. Куда, куда, куда? Ты что бежишь-то, блядь, так быстро? Вас много слишком. А я один. Опа. Что это за херня, блядь? Оно убивается с одного выстрела? Серьезно? Фу. Аж кишочки улетели, блядь. Замечательно. Просто восхитительно. Сэр, кажется, это все. Как-то мало, по-моему, для такого большого места. На этой локации, мне кажется, надо побольше было монстров сюда добавить, да? Побольше же бодробительного экшена. Так, броню мы взяли, надо что-то поменять. Сталит хорошо. А голограммку надо бы активировать. Но пока не на кого. Так, дрон летает, замечательно. О, Манкубус. Он похож на Манкубуса из Дума. Твою мать. Он еле ходит. Это мое преимущество. Я знаю, это уголь-ракетчик. А, утиль-ракетчик. Давай я сейчас препарирую. Посмотрим получше, что там у него. Я сейчас тебя, блядь, препарирую, сука. Достал меня уже. Так, ведро. Так. Сейчас мы сделаем с тобой сюрприз, мазафака. На! Бать, вы тупые, ребята. Он что, там багнулся, что ли? Сейчас потихонечку позачищаем, смотри. Ты что, дурак, что ли, блядь? Сначала мелочи, потом тебя уже.
тобой, здоровый хрен, а? Все. Все, жердяй, мы тебя повалили. А он просто исчезает, испепеляется. От него ничего не... Кто там стреляет? Че, дурак, что ли, сука? Бля, ему бошку мы... Случайно. Вот, кстати, пушка была. Кенни, ты не успел. Finally. Конечно, finally. А как иначе, если мы все сделали? А Кенни просто шныряет тут вместе с нами. Так, пасхалок нет. Пасхалки not detected. Это жалко. Что-то у нас такое интересненькое. Тут ничего нет. Просто мусорные баки и все. Во имя отца? Во имя сына? Во имя Святого Духа? Фазер Михаил, амин. Я полагаю, вы Святой Михаил. Разве не колонна должна была прийти сюда? Я твоя колонна. Здравствуй, я Гени. Бомба! Готовы к эвакуации? Подбираю Родригеса и Джонса на площади Республики. Давайте встретимся там. Свидание так свидание. Мой дробовик и моя вера со мной, сын мой. Все вещи собраны. Я вспомнил эпизод в Half-Life 2, там тоже был со священником. Там надо было, по-моему, найти его, что-то с ним выбраться, там через какие-то болота, что-то такое, по-моему, было. Так, счет игры. Смерть с небес. Продолжаем, посмотрим дальше. О, как быстро все. Новая основная цель. А, найди Родригеса и Джонсона. Здорово, хрен. Здорово, отец. А теперь будет весело. Ну что ж, побежали. Нажми Q, чтобы получить колесико. А вот да, есть такое дело, колесико. Колесико, оружие, куда ж без него-то? Ой. Я смогу уклонить... Давай с ножа ебанем кого-нибудь. Если... Слушай, он режет прям нормально так. Хорошо, только правда жизни мало. Вы из самой России прибыли? Святой Грааль ересь. Сейчас не догматов. Каждый должен делать все от него зависящее для спасения планеты. Если вдруг мы заблудились... А как ты можешь заблудиться, если указатель всегда виден? То есть это нереал, мне кажется. Это impossible. Impossidur. О! Это я люблю, это мое. Выруби нахуй это радио. Будем слушать всякую пропаганду, да? Нахер нам это упало? Серьезный Сэм. Битва за землю. Чуть как-то тихо. Меня пугает такая тишина здесь. Как бы должны, наверное, быть монстры. О, накаркал. Нихера себе! Огромная стальная змея. Да? Ну, значит, змея. Предположим. Ну и глубоко насрать, мне кажется, на то, что мы тут есть. Здорово, парни. Имеем какую-то гранату или что-то подобное. Даун хьюман. Ты кого дауном назвал? Дам сейчас, блядь, даун хьюман. Все. О, это берем. Смотри, тут проход какой-то секретный есть. Хорошее место. Чтобы что-то оставить для меня. Но тут ничего нет. Здрасте. Чего они так быстро бегают, а? Нормально. Ребятки, спокойно. Спокойно, сукины дети. Мои напарники, по-моему, вообще ноль на массу, да? Фу, сколько кишочек. Сколько мяса. Никто его не жарит. Что тут у нас такое? Все в порядке. Ладно, почапали дальше. Чуть мало, хочется больше мяса прям. Выруби нахер это радио. Мне кажется, если все радио в игре повзрывать, которое попадает на нашем пути, то можно получить какую-нибудь ачиву за это дело. Скорее всего, такая хурма тут точно есть.
О, вы нашли сирианский артефакт мощи. Я полагаю, что облако наночастиц внутри может дать вам новые навыки. Однако для человеческого мозга они могут быть слишком... Вдохнули, да? Да. Разумеется. I'm a cowboy, baby. Сирийские артефакты могущества. Сам. Понятно. Лутер-шутер, лечебный пендель. В две руки быстрый и мертвый. Даже не моргнул отношение на расстоянии. Так, из убитых врагов иногда выпадают предметы. Давай, наверное, вот это бахнем. Это хорошая штука. Тут не такая уже большая прокачка, я смотрю. То есть, как бы, мне казалось, будет древо поболее. Так, очко навыка мы просрали благополучно. Так, смотри, может здесь что-то есть? Че, реально ничего нет? Надо искать. Пасхалки в этой игре надо искать. Здрасте. Похоже, мерзкие людишки применяли против нас так называемую тактику Патисан. Патисан, блядь. Я сейчас такой патисон устрою, сука. Осторожней, друзья, пахнет морепродуктами. Все. А тачки не взрываются в этой игре, да? Жалко. Жалко, было бы неплохо. Как там не пройти? Эту игру, наверное, по кайфу было бы спидранить. Никаких бочек взрывных, ничего тут нет, что ли? Как-то не хватает. Ой, блядь. О-о-о-о, ребята, спокойно. До свидания. Чё мои напарники тупят, не понимаю. Так, спокойно, сейчас как-нибудь обойдем. Надо было его по красоте как-нибудь вальнуть в ближнем бою. Мы обязательно это сделаем в следующий раз. Так, новое дополнительное. Помочь итальянскому сопротивлению. Серьезно? Давай поможем. Но у вас дробовик дайте мне, пожалуйста, Эдди. Дело твое. Вообще, как бы пацану не помешало бы оружие, мне кажется. Так, пацаны, вам Павло! А, Паоло. Павло. Здорово. Welcome to Rome. Как тебе у нас тут? Отличная кухня, ужасные пробки. Мою колонну подорвали. А, тихо, спокойно. С дробовика мы стреляем по дальнику. Это классно. We can be heroes, помочь итальянам. Это мы делаем сейчас. Ой, блядь. Ой, блядь, пацаны, вы чё? Чё, дураки, что ли, блядь? Надо поговорить, иначе вы как-то увлеклись очень сильно. Оп. Это я люблю. Это уже Звездные войны начинаются у нас. Серьезно, Сэмми. Хера. Блять! Они просто подходят и обнимают тебя. Они даже плохого ничего не делают. Пацаны, вас не многовато здесь, нет? Так, чувствую, надо пистолетное набрать. Они на этих дронах довольно легко убиваются. Фух, сука. Вот это я понимаю, лезем выше крыши. Спасибо, друг. Мне кажется, бои не прекращались ни дня с начала атаки. Массимо! Массимо, нет! Убит. Убит. Сожалею. Я видел его в бою, он был охрененен. Но как? Как он мог умереть? Он же Массимо Мурена.
Герой итальянского сопротивления, дух Рима. Неужели это конец его легенды? Это как-то неправильно. А, черт, легенды на пенсию не уходят. Тебя как звать? Паоло. Тебя зовут Массимо Морено. Да? Да, это ты, Массимо Морено. Герой итальянского сопротивления. Ты понял меня, мать твою? Но... Кто тогда погиб? Какой-то Паоло. Отважный римлянин. Каких тысячи. Но Массимо Морено за него отомстит. Так ли? Я... Он бы хотел бы этого. Вот, возьми. Подарок от Массимо Морено. Массимо Морено. Нормально. Он похож чем-то на Нео, только постаревший чуть-чуть. А встретиться с Родригесом и Джонсоном. Так, нам дали пушку. Что-то не понял, где моя пушка? И где она? Нам дали автомат, а автомата нет, заебись. Ладно, можете тебя прирезать. И, братишка, что у тебя с рукой? А что у него с руками? У него локоть, смотри, в обратную сторону выгибается. Классно, 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 классно. 2020 год. Давай посмотрим, где наши ребята запропастились. Где моя пушка? Бля, что-то я не понял юмора. Мне же дали вроде как бы автомат. Да заткни ты пахало свое. Так, тут ничего нет. Я же взял пушку в заставке у него, правильно? То есть мне должны были дать автомат. А автомата нет. Чую злой дух я. Что, поповское чутье там трепчет? Не, просто трупы повсюду. Твою мать. Это кто такой еще? Сэр, это же гемоядное кто, блядь, зло? Это вампир, не услаждай. Где мой автомат? Не дали автомат сопротивления, его нет. Бля, без автомата как-то не камильфо бегать тут. Вампирчик! Нихуя себе ты резкий. Вампайя! Может, его надо серебряными пулями? Но у меня таких нету, вы. То ли вотер? Не знаю, какой там вотер. А! Нихера себе! До свидания, сосуночек! Все. О, блядь! Пацаны, 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 спокойно! Как вы там все затесались-то, а? Как они поместились туда? Давай-ка двустволочку возьмем. Надо бы постараться пройти тут. О, вроде подхилили. Так, там ничего? Ничего нет. О. Плохой звук. Они же все бегут по лестнице, да? Блять, а что так много-то? Пацаны, спокойно. Чего у вас так-то хера? Ебать, надо вниз. Вниз, бегом! Бегом вниз, сука. Давай, 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 вниз беги же, блять. Беги, пожалуйста. Сука, задавят же. Все. Вроде нормально. Что-то мои напарники реально какие-то тупари, мне кажется. Бегали, бегали, бегали. Но это прикольно. Оно смотрится забавно. Типа проблема, понимаешь, что здесь довольно узко, и пробежать, как бы никого не убив, нереалы. Типа они тебя давят, и это подсознательно очень сильно давит. А они тебя физически давят, а подсознанка уже потом. Так, броньку взяли, все, зашибись, хорошо. Какой красивый вид. Да, видок найс. Ай, можно было сбить, наверное, да? А с моим фартом вряд ли получится. Так, куда? Туда. Я по крышам поскачем нормально. Привет, подтверди. Да вы задрали меня, сукины дети. Хорошо. Замечательно. Ой, бля. Так, пацаны. Туда.
пистолета, мне кажется, они как-то порезче будут летать. Бессмертный, что ли, сука? Там не простреливается между перилами. Прикол. А, он мертвый уже? Значит, он-таки простреливается. Помилуй тебя, Господь, привет. А, все, оно отпало. Так, мне походу вниз можно упасть было бы, да? Да. О, привет. Кайф. Че, я взял? Я что-то взял. А, это хилочка. Или нет? Да, 150 хп дает, нихера. Буду знать. Будем в курсе иметь в виду, как говорится. Сёп. Нахер радио. Что здесь у нас? Ничего. Тут хотя бы вещи подсвечиваются, это прикольно. То пробежишь, не заметишь даже. Так. Закни пахало. Можно ли статую разрушить? Увы, статуи у нас неразрушаемы. Как там, ничего? Ну перепрыгни. Выкусили, ублюдки! Я вашего металла рот шатал. А метанома или кого? А металла. Сраный пендеха. Хотите Мексики отведать? Родригес. Секс, дракс, машинганс. Мачинганс. Поддерживаю. Джонс. Харе трындеть, больше стреляй, да? Сэм, рад тебя видеть целостью его братана, га-га. Никогда еще так твоей морде стременно не радовался, пендеха. А где новенький? Мне правда очень нужно оружие. Лови. Хорош. Молодец. А, ботинок слетел. Кенни, новый гай. Нью-гай. Хорош. Я не пытался красиво пошутить. Ботинок слетел. Это что, блядь, значит вообще? Надо было сказать сюрприз, мазафака. Когда повернулся, было бы четко, йоу. Я думал, как бы не умереть. Я пытался. Это грех, сынок. Не умирать здесь надо не уметь. Можно было бы сказать что-то типа... Давайте потом это обсудим. Мне кажется, сейчас не время. Блять. Сейчас будет больно. Оу! Ты какого хера здесь забыл? Как они из воздуха появились-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, ребята. Ни хера себе. Так, надо здоровяками заняться, мне кажется. Я себе экшен. Что-то хотел я экшена, получил. Ой, блядь. А! По-моему, он взорвался, даже не поняв этого. Нихера. Нихера себе. Готово. Так, может быть, их не надо трогать-то? Может, спокойно было пробежаться? Хера там боль, блядь. Все? Вроде все. Вроде нормально. Когда это все закончится, беру отпуск и еду в Далмацию. О, мои любимые крикуны! Давно я вас ждал, пацаны. Блять! Хотелось бы, конечно, более детально их рассмотреть. Хера не пацанов разносят. Бля, больно. Нам сюда. Уу, неплохо. Какой галдеж, какой крик, какой ор. Выше гор, бля. Так, пацаны. Блять. Если так толпа нападет, то живыми мы точно не выйдем. Бля, скид твою мать.
Все, короче. Надо пособирать припасы, наверное. Что это? О, божественная аптечка. Ау. А продолжается боль, да? Так, местный манкубус вышел. Кенни, долбоятер, ты смотри, куда надо стрелять. А то, мне кажется, не смотрит вообще никуда. Здравствуйте. Ох, сука! Чуть прям мясо какое-то. Все готово. Кажется, все мертвы. Ну, когда кажется, надо креститься. Я думаю, святой отец поддержал бы тут, да? Эй, Кенни, есть ли у тебя хорошая шутечка? Рагнарёк! Ну? Что, блядь, опять? Ёпта, откуда вы взялись-то? Что-то как-то легко они убиваются, по-моему, нет, пацаны? Вампиры. Хорошо. Ни хрена. Вау, они стрёмные ребята. Маза, кровосущий долбоёб. Хорошо. Надо немножко себя подхилить, мне кажется. Необходимо перезарядиться. Я до сих пор живой. Ну, кого еще ждем? Еще одна волна, видимо, да? Придумал новую шутку? Нет. Блять, еще кто-то... О, тебя тут не было. Хорошо. Тот самый случай, когда дробовик отлично на дальнюю дистанцию работает. Женя, эта игра взошла, я думаю, точно. Да, в Расте такая фишка. Ой, бля, не прокатывает. Тупой бык, бля. А-а-а! Куда ты меня закинул-то? Ого! Блять! Чё-то пацанов реально много. Так, бешеные бычки. Ай! Хорошо. Жалко, нельзя как-то его перескочить сверху. А было бы круто. Молодцы, мужики. Чё за чертовщина? Так, время больших пушек. Миниган? Это же Бомбин. Ты знаешь, как она не любит, когда вещи трогают? Она не будет против. Это любимое оружие Сэма, чего удивляться-то? Ох ты, мать твою! Неплохо. Так, надо подождать, когда она ближе подойдет, наверное. Ёпт. Блять. Где она нахер? Пацаны, харе трепаться, у нас проблемы большие. Огромная железная поебень. Как думаешь, мне хватит патронов? Надеюсь, что да. О, черт меня дери. Так, она возвращается. Давай, добьем ее уже. Хорош. И-ха! Отлично. That, my
Это, друзья мои, экс-змея. Чисто технически, это экс-василиск. Заткни пахло, мать твою! Бип-бип! Извини, лежачий полицейский. Hellfire. Привет, мальчики. Соскучились? Ты как раз вовремя, цыпочка. Картер, че нового? А вы знали, что такая же модель автобуса использовалась в покушении на личного уфолога итальянского премьер-министра в 2052 году? Все считают, что это были иллюминаты, но я уверен, что это было ЦРУ. Вот куда ваши налоги идут. Картер, параноик. И что? Дамы и господа, экспресс-рейс куда угодно, лишь бы не здесь, уже отправляется. Я пойду? Нет, я тебя за рулем не вижу, не доверяю тебе. Слушай, эта монашка сама под колеса упала. Знаешь, что смешно? У меня сегодня день рождения. Бля, я без подарка. Отличный момент, чтобы закончить серию, мне кажется. Чтобы сделать свой первый взгляд и понять, стоит ли в это играть дальше, не стоит. Сейчас только заставочку глянем, что там у нас на новый левел будет. На новый лад. В принципе, неплохо, энергичненько. Мне кажется, в кооперативе должна игра, в принципе, зайти нормально. Так что все зависит от вас, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь. И если что, будем дальше уже играть, смотреть. Жми на газ, за нами костяшки увязались. И отправился в Эзекииль долину. Ага. И сказал ему Господь, оживут ли эти кости? И отвечал ему Эзекииль. Господи, они последуют нашему слову. Бранд. А так это и делается. Благодарю за спасение, друзья. Пожалуйста. Но вас еще нужно доставить в Ватиканскую библиотеку. Так, отряд, дайте мне варианты. Рим зажат сильнее, чем жопа у девственницы. Прощения просим, падре. Колесам крышка, бомба, что с нашими крыльями? Ну нет. Ну как же ежегодный съезд тектонических налетчиков? Фрейлейн, бомба права. Контроль противника над воздушным пространством нарушит разве что извержение Везувия. Да, точно, это то, что надо. Взорвем Везувий, как в 2010-м, когда с помощью Харпа взорвали вулкан. Остановили все воздушное сообщение в Европе, чтобы иллюминаты не смогли сбежать. Харп — это программа исследования ионосферного рассеивания высокочастотных радиоволн, а не машина для землетрясений. Им до этого что? Чушь! Я и такое знал. Вообще-то, оно и есть машины для землетрясений. Стоп, я что-то не понял. Я прав, нет? Ну, теперь его никогда не заткнем, спасибо. Мы ее называли проект Рок-н-ролл. Мощное экспериментальное оружие для создания сейсмической активности. Ее уже много лет не запускали. Но у меня есть коды допуска. Но, сэр, система наведения не работает. Нам нужно будет вручную установить маячки для перекалибровки, блядь. Значит, весь отряд только что выиграл он-инклюзив тур в Париж. Невероятно, охрененно. Погнали туда. Вот и все. Сэм, вам нужно установить 8 маячков. Я загрузила точки в Инертан. Окей, гайз, эти штуковины надо отнести на обозначенные локации. Все, чуваки, здесь мы заканчиваем. Прикольно, интересно, и, в принципе, есть желание даже поиграть дальше. Так что, увидимся, услышимся. Пока-пока.